Добрый день, друзья! С вами Екатерина Тирова, и вы на канале «Гид по моде в городе». А я продолжаю свою модную экскурсию по Столешникову переулку в городе Москва. И сейчас мы подходим к магазину бренда «Монохром». Это тоже легендарный бренд российский, который начался очень спонтанно с худи «Гипер Оверсайз». Вырос достаточно быстро, и все это произошло за счет позиционирования через селебритис наших российских и наш российский шоу-бизнес. Сам бутик, так же как и его основатели, и как, собственно, коллекции, вся концепция бренда выглядит очень ярко и привлекательно. Вот так выглядит бутик бренда Monochrome. Вот так выглядит магазин бренда Monochrome в Столешниковом переулке. Ярко, привлекательно, собственно, как я уже сказала, и как сам бренд. Давайте войдем внутрь и посмотрим магазин изнутри. Ну, вот такой яркий, небольшой магазин. Стильный, модный. И тоже оживленный покупателями в сегодняшний субботний день. В основном это ассортимент верхней группы. Кардиганы, худи. Яркие, акцентные, выразительные модели. Вот такие образы бренда. Кстати говоря, совсем недавно, когда я была на выставке в Москве «Кринолин свитшот» и, в общем, «Стиль большого города», на этой выставке был представлен кардиган бренда Monochrome. И ссылку на видео я оставлю в описании к этому видео. Вот такая зона примерочных. Очень такая футуристичная, яркая. Подсвеченная. Интересная. Monochrome. Широкий ассортимент, вся палитра цветов, как только можно, и базовые, если, пожалуйста, ну и трендовые цвета, безусловно, и очень много принтов, принты, аксессуары. Трикотаж. Это кардиганы. И здесь еще также представлена костюмная группа, но это логично. И футер. Это худи. А также есть ассортимент верхних пальто. Есть трендовые элементы. Пожалуйста, гостеприимство. Кофейная зона. Все супер классно. Благодарим бренд за гостеприимство. И на этом обзор магазина бренда Monochrome завершен. В Столешниковом переулке. Вот так он выглядит с фасада. Ну что, продолжаем экскурсию и смотрим дальше. Ну, а видео про бренд Monochrome на этом завершено. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие еще российские бренды вам интересны. Буду путешествовать и показывать вам обзоры магазинов и коллекции брендов. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.